китайцы и тайваньцы особенно не заморачиваются с брендами, с логотипами, с названиями. Вот, например, как выглядит всем известный логотип iPad. Представляем. Разницу видите, да? Можно немножко перемотать. Здесь есть логотип iPhone. Но начертание шрифтовое, оно, скажем так, немножко похоже. Компания HTC тоже любит такие приколы. Например, приложение для обработки изображений, для, скажем так, издевательства над изображениями, называется у них Snapboot, что, собственно, недалеко ушло от оригинального Photoboot. А вот вообще полет мысли. Внимание, название планшета. Ким. Подроид. Как ты думаешь, чей это логотип? Наверняка ты подумал компании Lenovo. Ведь так? Фигушки! Китайцы копируют сами себя. Мы спросили у этих ребят, они никакого отношения к компании Lenovo не имеют. Когда выходишь из-за угла, кажется, что это компания Microsoft. Но ребята не палятся и не парятся.